Это на всякий случай. В Крыму-то было плюс 10,5, а у вас здесь минус 6 по прогнозу. Я боялся замерзнуть. Поэтому купили сразу шапку. На всякий случай шапку. Ну, пока ее не хочется одевать. Очень даже... Потому что здесь переносится хорошо. Посмотрите, солнышко вас встречает. Хорошей, ясной погоды. Оно тоже очень радуется, что Зубковы приехали в Питер. Мы рады, что у нас в Питере есть родственные души, с которыми можно есть о чем поговорить и приятно провести время. Мы не знаем, в какой мы гостинице. Мы сейчас устроимся. Да. Вот, и позвоним. И позвоним, да, как у нас там сложится. Все. Есть? Хорошо. Давай, моя хорошая. Ну, а мы поехали дальше. Привет.